вчера этот по 60 килограмм. Ну, он как бы два раунда выиграл, третий проиграл. Конечно, как бы Адлан хороший парень, все, боец. Но как бы, есть как бы, ну вот здесь такая, не то что как сказать, просто они жалеют себя. Они попали на Олимпиаду, и все, они уже жалеют себя. Это я не должен делать, это я должен быть свеженький, должен пахать. То, что ты участник Олимпиады, ну, участник. Мне участники не нужны, мне нужны бойцы, которые... И ты должен выходить с ринга, должен вылазить с ринга. Даже ты и проиграл, но ты вылез с ринга, и тебе не стыдно перед своими болельщиками. А когда ты выходишь, ты свеженький, и у тебя еще остаются силы, то что тогда приехал с Олимпиады, ну... Знаете как, уже, ну, выхлощенный, уже все уже. Да, он был лучше, но на сегодняшний день все уже, как бы, ему надо уже заканчивать боксом. Уже появляются молодые ребята, которые уже не то что наступают нам на пятку. Просто у нас тогда, почему мы повезли эту команду, потому что у нас был от трех видов отбор. То есть IPB, вот эти полупрофессионалы, USB профессионалы, вот эти, и АУБ. И уже, как бы, они путевки завоевали, например, но появились другие ребята, молодые, которые я мог бы отказаться от этой путевки и повезти их, и они бы завоевали путевку. Но уже, как бы, побоялись, что мы здесь откажемся, а там не завоюем. Поэтому без, как бы, без решения тренерского штаба было уже, как бы, сформировано уже сборная, поэтому вот приехали сюда. Посмотрим, как они. Пока я не вижу у ребят такого желания, настроя, и даже я, сидя вчера на боях, я не слышал голоса ребят. Вот это у меня, потому что я когда собрание делал, говорю, вы посмотрите, как ирландцы, англичане, кубинцы, там другие виды спорта, другие страны, они садятся по 10, там, по 3, по 5 человек, все гурьбой, и начинают болеть за своего. Один там сидит, другой вообще не пришел, третий спал, идет, с одним здоровается, другой не здоровается. Были такие моменты, я их, ну как, жестко поговорили. Ну, знаете как, рыба гниет с головы. Пока будет такое отношение руководства федерации к тренерскому составу, у нас, если тренер говорит прыгать на левой ноге, то он и должен прыгать на левой, а не обсуждать это. А у нас идет обсуждение, и у нас говорится, что это неправильно, вот надо вот так. А у нас, посмотрите, вчера выходит, это я не буду, качаться мне нельзя, я же готовлюсь к Олимпиаде еще через месяц, как ты не должен качаться. Смотрите, выходят те же американцы, те же Африка, те же, вот, посмотрите, ирландцы, англичане здоровые, ну, наши ручки тоненькие даже, потому что боятся потерять скорость. Если Петька, я вчера, да, я как сказал, что Петька чуть выиграл, но надо все равно выигрывать на 2-3 головы выше. Но вчера я проанализировал все, еще раз посмотрел запись. 1-2 очка это ничего. Тем более вид, вы видели, какой фактура венесуэльца и фактура нашего боксера. Александр, а какие планы вообще? Вот можно сказать? Планы какие? Медальные. Медаль стоит 1-1-2. То есть золото, серебро, бронза. Поэтому посмотрим, пока, вот знаете что, вот которая сейчас сборная идет, вот молодежь, и там 90%, не 90%, 70% армейцев, которые и как люди порядочные, без всяких этих выеживаний. И ребята очень хорошие, очень мощные. Поэтому. Не вы участвовали, отбирали спортсменов? Ну как, я тоже отбирал, но, например, вы, например, завоевали путевку, а у нас еще есть полгода, еще есть 3 турнира, где я могу поехать и, например, отказавшись от этой путевки, взять более молодого, более рвущегося, более как бы такого, у него желания есть больше. И пускай он даже чуть-чуть технико-тактическо слабее, но у него есть желание. Он поехал на другие соревнования и так бы завоевал путевку. Ну, и поехал бы он, но уже не вы. Решающее слово за вами было? Решающее слово было за президента федерации. То пока, есть, пока. И пока, у вас были какие-то разногласия, да? У нас были огромные разногласия.
огромные. Поэтому я думаю, что после Олимпиады будут сделаны выводы и предложения, и оттуда уже оттолкнемся. Спасибо. Понятно, большое. Что то, что я улыбаюсь, это, конечно, в душе говно кипит у меня. И я вижу, говорю, пассажиры, просто участники. То, что он попал на Олимпиаду, он уже все, он уже не тренируется так, как надо. Его нельзя уже, его где-то уже, где-то его заведешь, он уже бежит, жалуется, что на него кричат. Вот такие у нас связаны.